На Валенина обваливается стена одного из домов. По словам жильцов, ситуация начала развиваться несколько месяцев назад. Сейчас одна из несущих конструкций дома настолько обветшала, что жители серьезно беспокоились о своей безопасности. На месте событий находится наш корреспондент Артур Харламов. Артур, тебе слово. Екатерина, действительно, сейчас я нахожусь на улице Баумана, дом 256, четвертый этаж. Как вы видите, совершенно обычная квартира, ничем не примечательная. Однако, интересно здесь другое. Вот этот вид из окна. Не индустриальный пейзаж, а вот эта огромная щель. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это несущая панельная стена. И она отошла, ну, на одну ладонь точно, сантиметров 10-15 от конструкции, от каркаса. Дальше еще интереснее. Давайте пройдем, посмотрим. Балкон. И на балконе все еще более показательно. Я прошу оператора пройти и продемонстрировать вам. Как вы видите, здесь все более еще плачевно. Обе панельные стены, верхняя и нижняя, отошли от основания. Видна арматура, бетон. Вот именно так здесь все и развивается. Как рассказывают жильцы, такая ситуация случилась после землетрясения крупного, которое было в Иркутске несколько лет назад. Именно с тех пор стена отошла от своего основания. Давайте сейчас пообщаемся с активом этого дома. Они смогут рассказать более детально о всей ситуации. Расскажите, пожалуйста, когда у вас это все произошло и как вы вообще это поняли, почувствовали? Ну вот пусть Вера Владимировна, что она первая писала заявление. В 2007 году было землетрясение. И по стене несущей прошла трещина. Я сразу написала заявление и пошла в домоуправление. В двух экземплярах. Одно они подписали на руках, второе у них. Хорошо, я понял. Расскажите, как вот проявлялось вот это вот повреждение? Что вы чувствовали? Ну, холодно стало, особенно зимой. Когда ветер, да кажется, что стены нету. Так дует. Вот. 3 года я ходила по всем инстанциям, через голову не прыгала. Ходила по инстанциям, все. Хорошо, я понимаю. А вы не боитесь вот за свою жизнь элементарно? То, что это все может обвалиться в один прекрасный день? Конечно. Мне даже сынок сказал, мама не спи в большой комнате. Потому что может в любое время все это рухнуть. А после меня я уже не могла ходить по состоянию здоровья. Старшая по подъезду Олечка, вот, и старшая по дому, они стали заниматься. Хорошо. Ольга, расскажите, пожалуйста, вот мы увидели забор внизу. Что это за забор? Какие функции он выполняет? Ну, да, ограждение было сделано после того, как мы написали заявление на имя мэра. Я сама писала, что большая очень, очень трещина, и что никто же не даст гарантии, в какой момент эта стена обвалится. И я написала им, что люди у нас ходят, дорожка идет между домами, и что нужно как-то обезопасить людей, которые по ней ходят. И вот в прошлом году это заграждение было поставлено. Расскажите, пожалуйста, а вот как сейчас решается вот этот вопрос? Я знаю, у вас есть какие-то подвижки уже? Да. Вот Надежда Степановна, старшая по дому, в этом году уже, да? Да, я заступила старшей по дому в 2012 году, тоже стала сразу писать, написала. Они нам предложили, что город не будет ремонтировать, 30%, чтобы жильцы вроде бы оплачивали. Мы заголосовали, люди были против все, и давай дальше. Сфотографировали все эти трещины. Отдали депутату Резникову, потом в Ленинский этот... Расскажите, пожалуйста, конкретнее, как сейчас вот уже происходит дело? А сейчас мы в капитальный ремонт ходим. Сколько раз? Раз уже на 5-6 было. Они все нам сказали, выиграют тендер, будем нынче вам ремонтировать. Но в июне приезжали, они все просмотрели. Я так поняла, что они смету составляли. Сегодня я позвонила, они опять сказали, не выиграли еще, никто не голосовал. Когда заголосуем, тогда будем ремонтировать, мы вам скажем. Все, видите, какие разговоры.
Вот такая ситуация складывается сейчас на улице Баумана 256. Будем надеяться, что эта стена еще несколько месяцев будет действовать, выполнять свои функции, и все закончится благополучно. Екатерина? Артур, спасибо за информацию. Надеемся, что в скором времени ситуация у жильцов дома разрешится. А я напомню, что на связи со студией был наш корреспондент Артур Харламов.